Так, мы уже подъехали к Тренто. Ну что, выезжают машины и показывают, сигнализируют, что впереди где-то ДТП. То есть заторы будут. Ну, а левый ряд как ехал медленно, так и ехал. То есть я уже километров 30-40 еду, они как вот в таком вот движении потихоньку. Ну, хоть едут они, конечно. То есть не стоят, как говорится, постоянно, то есть на лучнях стоят. А у нас это все впереди будет. Но опять же, в зависимости, какое там столкновение, насколько быстро это все сейчас уберется, приберется. Ну и при таком потоке движения, я думаю, оно еще будет и не одно. Это не только сегодня, не завтра, а вообще, в принципе, как сама ситуация. Слишком часто очень вот так вот едут и буквально перед носом подрезая, вклинивается в мою полосу буквально вот. Ну и съезжаю там, так вот пишется, так, зона, так, внимание, штау, и он нарисована ДТП. Теперь вот насколько далеко мы от него. Вот такие моменты. Так что дорога, видите, как не предугадаешь. Когда все хорошо, но классно все. Но понятно, уже оттормаживаемся, все. Включаем аварийную сигнализацию. Потерян сигнал GPS. Ладно, едем далее. Друзья, ну посмотрел в Google карты в режиме пробок до аварии и вообще, в принципе, тянучка. Я в данном эпицентре стою, ну, как бы не с конца, но уже так, ну, до самой аварии или до нее там совершения 14 километров. Вот так вот. Вот такое было движение, как, насколько плотно идет трафик автомобильный. Понятное дело, со мной тоже ж собирается. То есть буквально за 5 минут может собраться, ну, пробочка там 3, 5, 10 километров. Вот так вот. И плюс некоторые объезжают еще ж, стараются по каким-то, вот увидели, где пробка, стараются, вух, свернул через городишко, вот, мотнулся, вот там есть тем более параллельные какие-то дороги. Вот, в надежде выскочить и все. Потом получается опять слияние, где те заезжают, те съезжают, и вот это вот тоже, пока весь поток, как говорится, наладится. Так что вот такие вот пироги.
друзья, хочу показать Автопорто Випетено. Парковочка, которая открывается тоже прибором оплаты дорог. Я только что съехал с автобана, и мы едем туда. Не знаю, я сейчас свою камеру или возьму, либо нет. Ну, просто я уже говорил, я попадал сюда первый раз, когда-то переночевал. И меня удивило то, что ремонт сделали хороший. Как насчет туалетных кабинок, душевых, там очень много, не знаю, там... И как они светятся, красные, зеленые, то есть свободные, заняты. Конечно, это классно. Так, это типа мы развернулись как бы в обратную сторону, но мы-то знаем, что мы заезжаем. Заезжаем, а здесь, ну да, только один заезд получается. Смотрим справа, ну, конечно, пустовато сейчас. Сегодня пятница, 2:30 дня. Вот справа таких два плаца, так, слева вот здесь тоже. Stop and go. Сейчас просто станет, чтобы камера считала номера там или прибор там как-то сработал. На следующем повороте поверните направо. Вот если человек сидит жарить, это значит турки. На следующем повороте поверните направо. Ну вообще в прицепе, если вот такая кухня, то да, турок. Так. Нам через заправку надо проехать. Вы прибудете в промежуточный пункт через 90 метров. Затем плавно поверните налево. Парабарам-пам. Просто еду поближе. 160 метров поверните налево. Душевым кабинкам. Вот здесь для рефа вроде бы он какие-то знаки вон для того, чтобы и... Через 50 метров поверните налево. Счищали снег. Легковой паркинг. Ну и он прямо тоже как бы легковой. Или проложить? Так, а здесь я вот смотрю. Раз, два, три, четыре. Налево. Никого. Ладно, я пока сбоку задом сейчас дам. Пришвартуюсь. Тем более я ненадолго. Как-то вот так. Ладно. Ну вот знак грузовым и легковым вроде запрещено только вот с прицепами либо кемпером. Вот туда въезд. Вон, кстати, там такое вот решение.
Не знаю, возможно, здесь что-то будет, конечно. Ну, травка пострижена. Кстати, уже зонтики выставили. Кафешки. Иду чисто в душик, просто освежиться. А почему бы и нет? Садобре. Банкомат. Споркаши. Так, тут что-то такие магазинчик, рукавички по 5 евро, а мы покупаем по 2, 50 здесь кафешечка, ну а туалет, душ, идем вниз. Вот такой вот бетон залили, я не знаю, его ничем не штукатурили, ничего, вот так вот. Грин, грин, зеленое, все, идем. Сейчас ищем. Туалеты. Туалеты, а вот душевые. Ну, вот так вот. Так получается. Кнопка пуст и как бы и больше ничего. Ну хоть вешалки есть. Кстати, фены тоже есть. Все есть. Так что сейчас примем душик. Раз. Красное. Все, работаем. Друзья, самый последний момент для нас, что камера переключилась. Вот такая вот тыпочка. Все, идем. Выходим. Сейчас можем подсушить голову, может нет. Короче, так вот так. Ну вот такое. Такая парковка, кстати, здесь недалеко. Пару километров до городочка. Так что можно прогуляться, там и магазины работают. Вот так вот. Виды, конечно, хорошие. Тут еще можно побродить тоже по территории.